Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Хотите узнать о том, как с помощью простой резинки, резиновых жгутов, бинтов, укрепить наш плечевой сустав, укрепить весь плечевой комплекс, укрепить ротаторную манжету плеча, укрепить лопатку и все мышцы, стабилизаторы и обычные мышцы, которые служат для того, чтобы стабилизировать плечевой пояс. Для чего это нужно? Это нужно в первую очередь для сохранения здоровья нашего плечевого сустава, самого подвижного сустава из всех существующих в нашем организме. И поэтому самого подверженного травмам. Упражнения очень простые, но настолько эффективные, что переоценить их просто невозможно. Если хотите, что вам это даст, помимо здоровья, помимо того, что ваши дельты никогда не будут болеть? Это даст усиление во всех жимах. Что касается жимов для дельт и касательно для грудных мышц. Как на горизонтальной скамье, так и под наклоном 35-45 градусов и в жимах сидя. В жимах тренажере вы будете использовать больше вес. И, естественно, работать при всех жимах с гантелями с большим весом. Это даст вам больше мышечной массы. Но самое главное, мальчишки и девчонки, повторюсь, это убережет ваше здоровье. А что может быть важнее, чем улучшение сохранения нашего здоровья? Ничего, совершенно верно. Именно поэтому я и снимаю сейчас для вас серию роликов о плечевом суставе. Не пропустите, обязательно, друзья, лучшая благодарность для меня, для канала, это поделиться данными роликами в своих соцсетях. Обязательно ставьте лайк. Пишите в комментариях, что вам нравится. Обязательно, особенно если вам что-то не нравится, чтобы я понимал, что. Пишите, ставя дизлайк, что вам не нравится, конструктивно. Не так, что это говно, я с этим не согласен, а напишите, почему это говно, почему вы с этим не согласны, как должно быть на самом деле, как есть на самом деле, и почему вы так считаете, откуда эта информация. Может быть, просто это ваш личный опыт. Это для нас, для всех, крайне важно. И, друзья, не упустите возможность совершенно бесплатно вступить в мою закрытую платную группу, где уже 173 человека вместе со мной тренируются по моим программам периодизации, циклирования, основанным на различном типе мышечного волокна. Это крайне важно для всех систем нашего организма, для эндокринной, для иммунной системы, для суставно-костного аппарата, для всего крайне-крайне важно. И вы тоже можете сейчас совершенно бесплатно вступить в эту группу. Вам нужно всего-навсего снять хороший видеоролик, не вертикальное видео, где вы расскажете, покажете о тренировках, о том, как вы питаетесь, как восстанавливаетесь, помогают ли вам мои советы или не помогают. И каждый, кто пришлет подобный ролик, а лучше всего, если это будет видео о тестовой тренировке, которая может оценить любую программу тренинга, показать вам, правильно ли вы тренируетесь, есть ли эффект от ваших тренировок, присылайте мне на почту, и вы все получите бесплатный доступ в мою закрытую группу. А по итогам конкурса, тот ролик, который наберет больше всех лайков и комментариев, а я каждый ролик выложу у себя на YouTube-канале, получит год бесплатного тренинга со мной, абсолютно бесплатно. Дерзайте, друзья, не упустите эту шикарную возможность, ведь сейчас вступление в группу стоит $250, а вы можете это сэкономить. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.